Омские электрички переходят на летний график. В компании Омск-Пригород сообщили изменения в расписании коснуться пяти электропоездов. А некоторые переходят на ежедневный график курсирования. Номера электричек на ваших экранах. На весь период летних школьных каникул с 4 июня по 9 сентября отменяется воскресная студенческая электричка номер 6482 с сообщением Москаленки Омск с отправлением со станции Москаленки в 1851. Омск-пригород просит о мечей быть внимательными и планировать. Своей поездки с учетом изменений в расписании.